И всем привет, ребята, меня зовут Никита, и в сегодняшнем видео мы с вами плетем фресочки. И это будут вот такие вот лисички. Давайте посмотрим, что же нам понадобится для плетения. Для создания фрески лисы нам понадобится 88 резиночек оранжевого цвета. Также нам с вами понадобится 14 черных и 14 белых резиночек. И помимо резинок нам с вами понадобится станок и крючок. Смотрите, как нам надо с вами расположить станок. Убираем с вами центральный ряд столбиков, чтобы у нас остались только два крайних вот этих ряда столбиков. И открытые части столбиков смотрят вправо, и столбцы располагаются параллельно друг другу, то есть ровненько так вот мы их располагаем. И вот эту вот центральную часть мы убираем, оставляем только по бокам две таких вот запчасти. И я вам предлагаю уже начинать плести. Смотрите, что мы начинаем делать. Мы начинаем плетение сушек. Возьмем одну черную резинку и прокручиваем ее на крючке в 4 оборота. Первый, второй, третий и четвертый оборот. Теперь возьмем две резиночки черного цвета, накидываем их и скидываем 4 оборотика с крючка. И второй конец этих резинок возвращаем на крючок. Теперь смотрите, отсчитаем третий столбик слева, первый, второй, третий. И вот на третьем столбике нам надо расположить эту заготовку. Возьмем один конец, располагаем на дальний конец. А вот этот конец, который на крючке, располагаем на ближний. И опускаем чуть-чуть вниз. И сделаем еще одно такое же ушко. Возьмем резиночку, прокручиваем в 4 оборота. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь возьмем две резиночки, накидываем их на крючок. Скидываем 4 оборотика. Так, скидываем. И теперь отчитаем третьи столбцы справа. Первый, второй, третий. И один конец накидываем в левую часть столбца, а другой в правую. И вот так вот у нас с вами получилось. И теперь мы продолжаем плести. Возьмем одну оранжевую резиночку и накидываем ее с третьего на четвертый столбец. И перекручиваем ее в 2 оборота. И справа также повторяем. Возьмем оранжевую резиночку, прокручиваем ее восьмеркой на вот эти вот 2 столбика. И теперь на вот эти вот столбики нам надо накинуть по 2 резиночки. Смотрите, накидываем вот сюда 2 резиночки. На эти первые 2 столбика и на эти. И возьмем еще 2 резиночки. Накидываем 2 резинки вот сюда на эти столбики. И еще 2 резиночки накидываем на эти столбики. Так, дальше. Дальше мы уже начнем скидывать резиночки. Возьмем крючок, скидываем вначале вот эти поперечные резиночки. Вот эти вот. Они называются поперечные. Они у нас крепляют, чтобы наша лисичка не разваливалась. И теперь скидываем черные резиночки. Вот, с правой стороны и с левой. Ближнего и с дальнего столбика. И теперь уже продолжаем дальше плести. Теперь мы уже будем вот это вот пространство заполнять резиночками. Будем накидывать по 2 резиночки. Смотрите, накидываем первые 2 резиночки вот сюда. Возьмем еще 2 резинки. Накидываем их вот сюда. Теперь возьмем 2 резиночки. И смотрите, вот эти 2 столбика мы пропускаем. А вот эти 2 резинки накидываем вот сюда. И еще 2 резиночки мы накидываем вот сюда. Так, смотрите, вот здесь у нас 2 резинки, вот здесь. А вот здесь столбик пропущенный. И теперь возьмем одну резиночку, накидываем центральную контактную резиночку на 5 столбиков. На первые 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. И еще одну резиночку накидываем вот здесь вот. От этого столбика до самого правого. Мы, получается, этими резинками скрепляем, чтобы лисичка не разваливалась. И теперь возьмем 2 резиночки и накидываем на вот этот вот столбик. Вот сюда эти резинки, куда мы еще не накидывали. Берем 2 резиночки и накидываем сюда. Дальше, следующие 2 резиночки вот сюда накидываем. Следующие 2 резиночки. Следующие 2 резиночки мы накидываем вот сюда. И еще 2 резиночки накидываем вот сюда. Вот эти вот столбики резиночками мы не заполняем. То есть по 2 вот таких вот столбика справа и слева.
Теперь смотрите, скидываем поперечные резиночки вначале с правой стороны поперечно, а затем с левой. И теперь скидываем вот на этих вот столбиках по две нижние резинки. Вот здесь вот две резиночки скидываем и вот здесь. Вот эти столбики, смотрите, центрально мы не трогаем. И вот здесь вот на дальней стороне скидываем. И с правой стороны тоже на этих четырех столбиках. На этом столбике, на этом и на дальних столбиках. Так, скинули. Опускаем резинки вниз. Вот эти вот столбики мы не трогали. Теперь накидываем поперечные резиночки на первые 5 столбиков. И на следующие 5 столбиков по одной резинке накидываем. Натягиваем вот так вот резиночки. И теперь накидываем резинки уже на все столбики, на которых у нас есть резинки. Вот сюда 2 резиночки. Дальше. Вот сюда 2 резиночки. Следующие 2 резиночки сюда. Следующие 2 резинки на эти столбики. И так накидываем дальше. Вот на центральный столбик. Дальше 2 резиночки. Снова 2 резиночки накидываем. На предпоследний столбик. И на последний столбик также накидываем 2 резинки. Скидываем вначале правую поперечную резиночку. И дальше левую поперечную резиночку скидываем. И теперь скидываем по 2 нижние резиночки. Вот на ближнем ряду и на дальнем. И вот на этих центральных столбиках мы также резиночки скидываем. Старайтесь располагать так вот поперечную резиночку, чтобы она у нас находилась вот посередине этих вот петелек, которые мы скинули. Скинули. Опускаем все резиночки вниз и проплетаем дальше. Накидываем на первые 5 столбиков одну поперечную резиночку и на следующие 5 столбиков другую поперечную резиночку. И теперь заполняем все вот эти столбики, по 2 резиночки накидываем. То есть, куда мы в прошлый раз накидывали по 2 резинки, точно так же мы накидываем и в этот раз. На эти же все столбики. Так, теперь скидываем правую поперечную резиночку и теперь левую поперечную резиночку. И скидываем по 2 нижние резиночки вот на ближнем ряду и на дальнем. Не забывайте про дальний ряд, то есть на всех столбиках по 2 нижние резиночки. Также вот делаем так, чтобы резинка центральная у нас не съезжала. Поправляем ее, если что. И вот дальше скидываем. Все, проплели, отпускаем нижние резиночки. И теперь будем плести следующий ряд. Следующий ряд у нас получается будет точно такой же. Накидываем первую поперечную резиночку на первые 5 столбиков. И далее следующую резиночку на следующие 5 столбиков накидываем. И смотрите, в этом ряду мы уже с вами начинаем добавлять белые резиночки и также черные. Мы накидываем вначале 2 белые резиночки влево, дальше 2 оранжевые резиночки накидываем. Теперь берем 2 черные резиночки уже, накидываем их. Теперь накидываем 3 раза оранжевые резиночки, первые 2 резиночки, вторые 2 резиночки и третий раз 2 резиночки оранжевые накидываем. Теперь возьмем черные 2 резиночки, мы их накидываем. Теперь 2 оранжевые и снова 2 белые резиночки.
скидываем вначале поперечную резиночку правую, затем поперечную резиночку левую и по две нижние резиночки. Так, опускаем все резиночки максимально вниз. Теперь смотрите, у нас нам надо сделать уже сужение, мы уже начинаем сужать, подходим к низу лисички, перенесем вот эти вот крайние белые резиночки на столбики правые, то есть захватываем вот здесь две белые резиночки и переносим на этот столбик. И с этого столбика две белые резинки переносим вот сюда. И справа точно так же белые резиночки захватываем, переносим их на более левый столбик. И здесь две резиночки захватываем и также переносим на более левый. Так, аккуратно переносите, чтобы точно перенесли резиночки. И теперь смотрите, вот на этих столбиках мы скидываем по две нижние резиночки. Вот слева и справа по две оранжевые резинки. Так, все. И плетем следующий ряд. Возьмем одну белую резиночку. Постарайтесь ее уже полностью растянуть. Она... Если у вас не растянется, то сделайте две резинки. То есть накиньте вот сюда, например, одну резинку и дальше вот сюда. Но постарайтесь все-таки растянуть полностью. И следующий ряд. Здесь у нас уже накидываем вначале две белые резиночки. И еще раз две белые резинки накидываем вот сюда. Далее три пары оранжевых резинок. Первая пара, вторая пара, третья пара. И снова две пары белых резинок. Скидываем вначале поперечную резиночку. Аккуратно, не порвите ее. Она как струнка у нас натянута. И теперь по две нижние резиночки. Здесь уже разные цвета. Тут уже и белые, и вот в серединке оранжевые резиночки. И вот справа также вот черные резиночки и белые. Скинули. Теперь у нас идет дальше сужение. Так, накидываем, сужаем. Вот сюда накидываем две белые резиночки отсюда и вот сюда на столбики вправо. И в левой части переносим на столбики левее. Вот сюда и вот сюда. И на этих столбиках мы скидываем по две нижние белые резиночки. Теперь смотрите. В следующем ряду мы с вами, у нас этот ряд состоит полностью из белых резиночек. Смотрите, вначале мы накидываем одну поперечную белую резиночку. Берем резинку и накидываем. И дальше уже будем накидывать на все оставшиеся столбики просто белые пары резиночек. То есть, как мы накидывали оранжевые резинки, так, сейчас будем накидывать уже беленькие резиночки. Так, смотрите, давайте начинать. Накидываем первые две резиночки. Теперь следующие белые резинки. Теперь по центру белые резиночки. Вот здесь вот две белые резиночки накидываем. И возьмем уже заключительные две белые резинки. И их мы накидываем уже справа. Скидываем центральную поперечную резиночку и по две нижние резиночки со всех столбиков. Так, аккуратно, чтобы у нас поперечная резинка не съезжала, чтобы у нас она у нас строго по центру сохранялась. Так, и теперь смотрите, что мы делаем. Мы начинаем уже сокращать полностью петельки. Захватим вот здесь вот две белые резиночки. Их мы накидываем вправо. И вот здесь вот также две белые резиночки вправо накидываем. И здесь вот захватываем две белые резиночки. Их переносим влево. И здесь также влево.
и скидываем на этих столбиках по две нижние резиночки. Мы сейчас сокращаем у нас петельки наши. Теперь смотрите, будем уже зигзагообразным образом сокращать. Вот здесь возьмем две резиночки верхние, левые, и переносим на вот этот столбик. И теперь справа снизу захватываем две белые резиночки и переносим их влево. Здесь у нас, смотрите, вот так получилось. И с этих столбиков по две нижние резинки мы с вами скидываем. И теперь мы вот здесь вот левую, вот эти две левые резиночки переносим вот сюда. И отсюда мы переносим резиночки вот сюда. Так, у меня не полностью зацепили за столбик. Так, зацепились. Теперь скидываем по две нижние резиночки. И оставшиеся вот эти вот резиночки мы переносим на крючок. Так, смотрите, вот такая лисичка у нас почти уже готова. Теперь возьмем две черные резиночки. И мы их скрутим пополам. Вот так вот, два оборота на пальчиках. Возьмем крючком, захватываем эти резинки и проводим через вот эти белые резиночки. Второй конец накидываем на крючок. И теперь возьмем снова две черные резиночки. Мы их уже не скручиваем, а просто накидываем на крючок и продеваем через вот эти черные резинки. Второй конец накидываем на крючок и левую пару резинок продеваем через правую. И затягиваем узелочек. И теперь спрячем вот эти вот резиночки вовнутрь нашей лисички, чтобы они у нас не торчали. Так вот берем и прячем. Так, смотрите, чтобы у нас носик тоже не спрятался сам, а только резиночки спрятались черные. Так, аккуратненько прячем. И я вас поздравляю, вот такая вот фреска лисички у нас получилась. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и у вас получились такие вот замечательные лисички. Если это так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои также другие видео. А на этом я с вами прощаюсь, всем удачи, пока-пока!